Экспорт России к 2024 году должен увеличиться более чем в 1,5 раза. Причем экспорт не сырьевой и не энергетический. Об этом на конференции еще раз напомнил министр экономического развития края. И наш регион в стороне стоять не должен. У нас задача стоит к 2024 году в соответствии со структурой нашей экономики по продукции АПК прирасти по экспорту в 2,6 раза, по промышленному экспорту в 1,3 раза. Желающих свою продукцию экспортировать в крае достаточно, но как правильно выйти на рынки других стран, знают немногие. Помочь готовы, и не только на государственном уровне. Представители Сбербанка презентовали площадку Bank of Business Partners или Банк бизнес-партнеров. На интернет-площадке уже зарегистрированы представители более 160 стран мира. Здесь можно не только что-то продать или купить, но и найти все, что так или иначе связано с бизнесом. Здесь же есть проект под названием «Экспортный акселератор». Суть этой программы заключается в том, что предприниматель получает комплексное сопровождение своей внешнеэкономической деятельности, начиная от поиска бизнес-партнеров и заканчивая настройкой организации всех своих бизнес-процессов для того, чтобы реализоваться на внешних рынках. За участие в экспортном акселераторе не нужно платить. За каждым клиентом закрепляют менеджера, который помогает на всех этапах. Ездить в банк не требуется, работать можно удаленно, онлайн. Так что это прекрасная возможность выйти на мировые рынки для начинающих бизнесменов и не только для них.